Да без проблем. Да ну не надо, смотри-ка, раз. Давай, давай, до свидания. Вот и делов-то. Циклист, спокойно, спокойно. И... Ай, живу, да в смысле? А, тут просто все монетки нужно собрать, я понял. Уйди. Ты ж, блядь, спокойно. Да уйди отсюда, сраная мина, уйди! Во. Блядь, ты чё ломаешься на ровном месте? Уйди. Уйди. Уйди, на. Да уйди, ёб твою мать! Ты ж, сука, пиздюк меня уже кинул, смотри-ка, взрывайся! Да взорвись ты вон на той мини-то. Вот, нормально, все отлично. Смотри-ка. Раз. Два. Тихо. Смотри, головой беру. Смотри, сейчас там гарпун летит. Смотри-ка. Три. Хорошо. Ать, нормас, нормас. Все хорошо, все хорошо. Все так и должно было быть. Спокойненько. Тихо. Опа. Так, ладно, один гарпун психанул. Это уже хорошо. Это хорошая новость. Спокойненько. Отлично. Главное не ломаться. Так, осталось сколько? Осталось три монетки. Ага. Ага. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Не разгоняйся. Сейчас главное, чтобы меня гарпун не убил, и все будет нормально. Ну-ка, спокойненько. Давай. Ну, это тонкая моторика, это... И все. И пальцы просто изначально были к этому готовы. Когда человек рождается, у него пальцы готовы под хэппи вилл. Сразу вот. Ты никогда этого не знал, никому больше не рассказывай, никто больше об этом не узнает, кроме нас с тобой. Пальцы у человека предназначены для хэппи виллса. Вроде как победу-то объявляли эти, но все подряд. Но выиграли, конечно же, наши, само собой. СССР затащили всю эту войну, без нас бы нихуя не случилось. Никого не слушай, кто говорит тебе обратно. Это все ебучее вранье. Ты готов? Шо? Действительно, давай допустим, да. Да, это правильный ответ, отлично. Естественно, я готов, как по-другому-то. А готов к чему? Как много регионов в Беларуси? Я не ебу. Ну пусть будет 12. Ай, в смысле, да ж ебты. Как я должен это знать? Я же там не живу. Ладно бы спросили, сколько регионов где-нибудь в другом месте, я бы ответил. Так, ты готов? Хорошо, давай ответь. Ну, будем знать зато. Да, с тобой веселая география. Веселая география в Хэппи Вилсе. Почему бы нет? Сколько регионов в Беларуси? Это, наверное, областей имеется в виду. Шесть. Шесть областей в Беларуси. Хорошо, без проблем. Шесть областей в Беларуси. Какой период Первой мировой войны? Первая мировая война, она была в 1812-м, там Наполеон же, правильно? Я про эту войну имею? В смысле, нет? Подожди, а как же? Что-то неправильно, мне кажется. Или я что-то совсем... В смысле, блядь, как Первая мировая война могла быть так рано вместе со второй? Это же бредятина. В 812-м же была она, нет? Это же Наполеон, я что-то правильно... Я что-то путаю сейчас. Это что-то, блядь, слишком стронгли тест, охуеть, я к такому не готовился. 14-18. Аж, блядь, загуглил. На туре, прикинь. Там, блядь, я перепутал с отечественной войной. Ладно, ну хер с ним. То бывает. Не все помню, не все знаю. А что такое число пи? Сколько число пи? 3-14 и много цифр, это я знаю. Хорошо, окей. Мне по истории все время плохо было с датами, я тебе серьезно говорю. Вообще, блядь, в датах ничего не понимаю. Что символ Беларуси? Блять, символ Беларуси, да я же откуда знаю, это кролик. Давай логично предположим, откуда, блядь, в Беларуси зубр? Откуда в Беларуси овен? Хотя, блядь, двухглавых орлов в России тоже нет. Является символом. Да, блядь, ну пусть будет зубр. Зубр Беларуси. Ха-ха, смотри, ну по буквам нормально подходит. Логичные вопросы, они гораздо проще, чем вопросы на даты. Я перепутал Наполеона, блядь, он не был достоин. Он не был достоин, серьезно, на целую мировую войну, поэтому пошел он нахуй. Ох, нихуя, отлично, еще одна превьюшка. Красава, привет, Дима, это мой первый уровень, надеюсь, понравится. Ну, превьюшка уже хорошая. Отличная превьюшка. Ой, блядь, посмотреть-то на нее не дали, ты посмотри, а. Окей, ага, я правильно пролез. Да, и дай я посмотрю превьюшку как-нибудь. Что-нибудь нафотошопим, что-нибудь друг на друга наложим. Тихо, 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 тихо. Нет, блядь, только не мина, давай не без этого. О, блядь, как много, смотри, как много картинок. Здесь нихуя себе. Молодчик.
Естественно, я же выиграл, я на финиш, он живой, смотри, даже двигаюсь. Вот, смотри. Смотри, вон, вон, смотри, коленки двигаются. Я не знаю, просто финиш не сработал, так-то я доехал до конца. Я выиграл, серьезно, я говорю. Дима, это мой второй. Второй уровень для тебя. Не суди строго и скажи привет. Джалерим. Я прочитаю так, как я знаю. По-другому я не знаю. Удачи! Окей, спасибо. Спасибо, без проблем. Так, нас уже с тобой начали, смотри-ка. Начали нас с тобой. Ой, прям троллюшковать, прям. Ой-ой-ой-ой-ой, как это? Ох, нихуя настоящий. Вот так мы с тобой попались с тобой на троллюшку, прикинь. А затроллировано. Нет, как же так? Почему? Блядь, дед сидит на... Опа! Сука, это было настоящее. Отлично, спокойненько. Поехали со мной. Я человек, блядь, черепаха. Спокойно, тихо. Не надо. Ахна, спокойненько. Поехали со мной. Я человек, блядь, черепаха. Спокойно, тихо. Не надо. Ах ты ж, ёб твою ж, ну серьезно.